Добрый-добрый-добрый день еще раз всем. У нас, конечно, на повестке должно было быть побольше матчей, но так как оборвалась первая трансляция, еще раз со всеми поздороваюсь. Ну что, Vegas Squadron играет у нас против команды Hellraisers. Это Dota Pit и второй матч. Первый матч был за Vegas Squadron, дальше были траблы то ли с подключением, то ли с составами команд. В любом случае, нажали на паузу, перенесли вторую встречу на попозже. Ну вот, собственно, добро пожаловать в попозже. Vegas Squadron уже взяли себе Бристлбека, Дазла, Леона и Зевса. Со стороны команды Hellraisers Висп, Queen of Pain, Шейкер и Chaos Knight. Chaos Knight под Виспа. Мелодия забытой флейты. Давным-давно не было такого. Обычно у нас как-то Тинник и Свен отправляются в пару к Виспу. Потому что действительно берется под Виспа, скорее всего, герой, нежели Висп под кого-то конкретно. Потому что в соло ЦК у нас не появляется. Тинни у нас в соло не появляется без Виспа вообще. Если удалось Виспа оторвать, тогда уже есть смысл задуматься, кого там под Виспа взять. Удивительно, но саппорт, в общем-то, диктует пики. В данном случае команда Hellraisers под данную диктовку взяли ЦК. В вопросах банов. Бэтрайдер в бане у нас, Тролль Варлорд, Акс, Шторм Спирит и Медуза со стороны команды Hellraisers. Ну и Вега Сквадрон отправили в баню уже Сефа, Снайпера, Спирит Брейкера, Тинни и Брудмазер. Вот такие дела, собственно. По пику вообще Hellraisers. Я думаю, что отправится он из Квапа, скорее всего, фармить легкую вместе с Шейкером. И осталось взять оффлейнера команде Hellraisers. Ну, мид, скорее всего, ЦК и Висп. Вега Сквадрон. Прямой, я думаю, прямой пик Зевса на мид. Леон вместе с Дазлом и Джаггернаутом может отправиться на топ фармить. Фармить легкую, ну и Бристлбэк в соло может, в принципе, внизу отстоять. А можно Бристлбэк отправить с Дазлом, тоже будет не проблема. Наоборот, даже как-то по-особенному хорошо будет это смотреться. Ну и Энигма для Hellraisers с последним пиком. Вот теперь у Hellraisers пик стал великолепным, в общем-то, торт с вишенкой в виде горца на сложной на Энигме. Хотя, с другой стороны, Горец может вообще отдать сложную линию никому, просто отдать Vegas Squadron пустой лайн и фрифарм, а сам отправиться в лес. Это тоже не лишено смысла, потому что подразорвать Энигму на сложной Джаггер вместе с одним саппортом точно сможет, это вообще не проблема. Там Малифейс бесполезен становится, да и все становится потихонечку бесполезным. Ну и Энигма, конечно, на ранних левелах сыпется без вопросов. У Джаггера все есть для того, чтобы совершать киллы, то же самое можно сказать о Леоне, то же самое можно сказать о Дазле. Что, пик сделали. Пик сделали, по лайнам, в общем-то, мы определились. Небольшая пауза и будем, я думаю, уже начинать. Так, а почему пауза? Просто по старой доброй традиции. Да, Дреду 2 минуты нужны. Хорошо, 2 минуты, так 2 минуты. У нас на повестке дня сегодня еще матч между командой Вега и коллективом Cloud9. Посмотрим, что там Клауда вместе с Big Daddy натворят с Вегой. Ну, на Dota 2 Lounge там шансы, конечно, отдают Веге вообще ничтожные. 21% за ними, ну и 79% на Cloud9 ставки. Я бы не стал, конечно, быть настолько уверенным в превосходстве команды Cloud9. Вега тоже тут выстреливают. Ой-ой-ой, как сильно. Ашеров, кстати... А, кстати, по противостоянию команд... Кто там следил, кто не следил, расскажу. Ашерет слились Веги в матче за жизнь в Старладере. Ну и все, Ашеры улетели у нас в про-серию, Вега в Стар-серии осталась. Там Best of One, по-моему, была игра, и Вега, собственно, Ашеров наказала. Даже немного удивительно, но факт остается фактом. В важных встречах Вега посерьезнее себя чувствует. Ну и здесь, в первом матче, в общем-то, нормально себя ребята ощущали. Давайте по прошлому матчу вам пару слов расскажу. В первой катке команда Вега пикнули себе Баланара. Был у них Бэтрайдер, Зевс, Сёма играл на антимаге и Андершок на Вичдокторе. Ну и Ашеры проиграли, собственно, кем? Шейкером, Ченом, Войдом на котором играл Артес, Дред играл на Скайрос маге и Афониджи в миде на Медузе. Все это, в общем-то, прахом вообще пошло, потому что команда Вега, наверное, посильнее сейчас, как бы весь СНГ
Дотамир не топил за Ашеров, а Вега, ну, посерьезнее себя чувствует. Может быть, просто более ответственно подходят к матчам, может быть, готовятся усердней. Может, не стримят так много, как стримит Дред, и время есть не на пабы, а на командную игру, командные тренировки. Не знаю, даже, собственно, гадать не буду, это не мое вообще дело. Ну что, у нас пауза закончилась, и переходим к данной встрече. Все пять игроков команды Вега. Видят у нас Сквапу, Гадем на виспе, тут вместе с Афониджи на подсейф, на подхил. ЦК недалеко, ЦК для Дреда, вот так вот. ЦК у нас для Дреда, Горец на Энигме. И ПСМ играет у нас на шейкере. Дред будет супер-дупер соло фармила, как я понимаю. Скорее всего, Афониджи отправится на нижний лайн фармить на квапе. Комфортная ситуация. А в миде ЦК вместе с Виспом должны устроить настоящий ад. Зевсу. На нем играет Япаша. Дальше продолжать не будем. Гадема. Пытаются здесь зацепить, не удается. Гадем отходит у нас на хайграунд. Ну и что, первые секунды без фрагов, да, даже без особенного какого-то дэмэджа со стороны команды Вега. Ну и на топе Hellraisers вообще без сопротивления руну отобрали. Шейкер. Может, ну Шейкер скорее всего отправится у нас вниз, к фармящей дабле ЦК и Висп. Или постоит в миде вместе с Афониджи. Пока Шейкер отправляется на нижний лайн, тут, в принципе, есть чем еще заняться. Вард поставили Вега, и не знаю, была ли инфа по СМ об этом. Если была, то лучше бы побыстрее его разбить. Уже один спот заблочен, второй нет, третий тоже нет. Но один спот заблочен, это минус дабл отвода. Это уже не самое приятное, что может быть. Зевса поставили в соло сложно. Япаша Шу тут будет огребать вообще по первое число. Это 100%. Если Шейкер выйдет, если где-то фиссурой перекроют, да просто тут можно ставить фиссуру и через реалити рифт за эту фиссуру затягивать Зевса. Это не проблема вообще для данного пика. Ну, глянем. В миде дабла стоит. Дазл вместе с Бристлбэком. Вот так вот. Я думал, что дабла будет из Виспа и ЦК со стороны команды Hellraiser стоять в миде. А в итоге поставили Бриста в мид и к нему еще и приставили надзирателя Дазла. Ну и на топе Сёма The Slayer на Леоне и также Джаггер у нас фармящий, на котором Андершок отыгрывает. Ну и Горец с лайна не уходит. Ну, в принципе, я думаю, это до первой одной или двух смертей максимум. А так, нет, Варду Вижена не хватает. В принципе, невидимый для команды Hellraisers. Обсервер в их же лесу. Горца цепляют. Андершок не идет, но тут близко к Тауру Горец. Можно, в принципе, себе дороже. А Таура она получает по первое число без вопросов. Афониджи на мидлейне. 5 на 4 у него крипстат. 7 на 1 у Дреда. Еще раз, удивительно, но Дред играет у нас не на саппорте. Дред играет у нас на мейн керри. Еще и на каком керри, который в лейте должен, в принципе, команду Вега особенно не чувствовать. То, что Джаггернаут становится бесполезным против ЦК, это без вопросов вообще. Фантазм плюс, я думаю, Мантастайлом брезговать у нас Дред не будет. Там Джаггер просто максимум по 50 дэмэджа иллюзиям выпишет, и все. И ульт в никуда. Если ультовать, короче говоря, в ЦК, это самому себе дороже. Плюс скорость каста Фантазма достаточно долгая. Там Фантазм, если я не ошибаюсь, Омнислэш у нас сбивает. Короче говоря, неприятный для команды Вега пик у Ашеров. Ну, у Вега такой многофункциональный, несколько планов. План А, я думаю, Бристлбэк. В принципе, тот, который всю игру будет относительно много дэмэджа впитывать. Ну и столько же, наверное, раздавать. У Бриста такая особенность. Ну и, конечно же, план Б это Джаггернаут, который в лейте, по идее, должен команду Ашер разваливать. Ну, как получится. Вот, Джаггер у нас обычно без БКБ бегает. Это как-то не камильфо вообще для Джаггернаута БКБ собирать. А там где-то замаячит, я думаю, минутик 35-й у Квапы Хекс. И Джаггер у нас может и отъезжать. В принципе, это не проблема тут. Сбросится по одному удару всем иллюзиям ЦК. Джаггер отвалится. Ну что, за Пашей погнались. Реалити Риф через 3 секунды. Должны забирать. Туда ли повернет Дред? Дред не туда поворачивает. Гаддем тоже. Да Гаддем близок к своей смерти, хотя Пашу забирает. Сайленс у нас по Виспуну. Вис, беги отсюда. Тизер не проюзал. 2 секунды у нас в Дазла. Развалили. Ну что, Дазл вряд ли отсюда уходит. Я думаю, Дред просто туловищем своим зажимает. Ну круто тень, что Дред забирает один фраг забирает. Ой, как неудобно машинка стала здесь. Бедняга Дред, просто вообще облава.
замуровали демоны, Дред тут, скорее всего, умирает. Хотя, может, через Reality Rift, кстати, Пашу притянуть и выйти отсюда. Да, Дред шарит. Правда, дошарился до того, что убили, но в целом мув был неплохой. Ну, там, безусловно, обреченный. У нас уже был ЦК, вариантов никаких не было на сейф. Да, абсолютно. Где-то попозже, если была бы такая ситуация, чтобы хотя бы был релокейт у нас у Виспа, там, гляди, и притянул бы и вытащил оттуда Дреда. Ну, а так он, в принципе, был в капкане, в который сам и залез. Машинка совершенно неудачна. Горец у нас наваливает Андершоку. Андершок, бедняга, терпит. Тут Миднайт Пульс половину ХП сожрал. Но Афонин же гонит у нас Джаггера. Еще один удар. И мидер команды Hellraisers забирает фраг. 3-2. ХР повели. По золоту. Hellraisers 250. По экспириенсу где-то 500. Ну и все. Афонин же сгонял на хосте на топ. И ровно тютелька в тютельку по окончанию хосты уже оказывается на линии. Еще и с таким, я думаю... Папа прибежала, мол, я что-то пропустила вообще. Так, что здесь было, пока меня не было. Ничего вообще не было. Bristol Back стоял, фармил. 14 на 4 у нас у Бриста. 20 на 11. У нас... 20 на 11 у нас Queen of Pain. Да, дела, конечно, у команды Вега не так ярко идут, как в первой игре. До этого как-то поинтереснее было в первом матче. Ну, с другой стороны-то, и готовились ашеры. Понимали, что ничего хорошего, в принципе, ожидать от Вега не стоит. Вега может развалить. Вега уже неоднократно разваливала. И в важных матчах, в принципе, с ценой в жизнь. No One загнал у нас уже сквапу за... Т1. Джаггер в это время разбирает горца на топ-лейне. Тут через подкоп, через хекс забрали. Ну и здесь Blade Fury у Джаггернаута. 6-го левела еще не было, но немножко Андершоку осталось до данного показателя. Годем на лоу хп бегает у нас в районе руны. Паша еще не пробивал верхний вблизи Годема, хотя у Годема есть ботл. Годему надо отсюда бежать. Притягивается он у нас к ПСМу и валит отсюда как можно быстрее. Фиссура сейчас пойдет от ПСМа. Под инвизом Паша. Не видят его. И, кстати, может виз подъехать, потому что для виспа действительно критично. Третья верхняя молния от Зевса. Я, Паша, по-моему, не увидел у нас виспа, иначе точно бы вкастовал все. Можно было бы вкастовать и сразу тэп-аут на руну. Кто куда улетел, не понял я. Все, Годем отправляется у нас на собственный фонтан хилиться. 7 минут сыграли. 0 по золоту, по экспириенсу Хейры на 600 опережают своих соперников. Горец шестой левел уже имеет, есть тапок. В общем-то, врыв вполне возможен. Конечно, без даггера, без меки, но с другой стороны, половина восьмого у нас на карте. Какая вообще мека, какой даггер? Тут горцу просто нужно удачно подойти, дать Midnight Pulse и разнести всех за счет ульты. Ну, Горец тут от ульты Джаггернаута просто отваливается. Сразу же пошла погоня у нас за Андершоком, а Фонин же второй раз уже наказывает Джаггернаута за такую дерзость. Курьер отсюда улетает. И должны загонять здесь Сему за Слеера. Крипы сейчас подпушат. Нет, до крипов далеко. Так дайте фиссуру. Дают фиссуру у нас Сему. Сема, скорее всего, отъехал. Shadow Strike по нему. Ну, тут Шейкер решил добить. Ну, в принципе, на варды Шейкеру. Почему бы нет? Ну, и на какой-никакой даггер. Годема гонит здесь на One. Летит сразу сюда на подсейв Горец. Не юзает у нас, кстати, тизер Годем. Годем столько спреев на себе умеет, что просто надо подойти к Бристлбеку. Бристлбек сейчас Годема просто развалит вообще в полные щи. Здесь под сейф от Дазла, в общем-то, Бристу все это параллельно. Ашеры 5-4 выигрывают. По золоту 500, по экспириенсу 1500.
Как там Дред поживает? У Дреда 40 на 17. Второй крипстат на карте. На первом месте у нас Андершок. Правда, еще два убийства, две смерти для Андершока. Ну и нетворс общий давайте глянем. 3800 у Джаггернаута. На втором месте у нас Афониджи. На третьем Дред на ЦК. Пошла погоня за Семой. Сразу же 2 ТП сюда. У Гадема нет 6 левела. Гадем может, кстати, отъехать у нас. Нет, Дред решил отстопить всех. 7 левел у Дреда. Фантазм еще не качал. 3 реалити рифт и болт на 4 уже прокачан. Ну что, готовы драться. Здесь ПСМ недалеко. Ульта у Шейкера пока еще нет. Но тут есть Дред, который нормально валит. Но Уана закрыли фиссурой. Трипла против даблы, как я понимаю, скорее всего. QWE у нас уходит на мидлейн. Тапок и Magic Wand, больше ничего. Афониджи в миде, 1000 по золоту. ПТ есть? Есть ботл, есть Magic Wand у горца. Есть Soul Ring, Tranquil имеется и 500 по голде. У Гадема есть Tranquil уже, есть ботл. У Шейкера что-то куплено или нет? Куда PSM вообще деньги девает? Magic Stick, Boots of Speed, ну и варды. У Дреда там готовится выход в армлет. Ну и у Квапы есть уже Void Stone. Как я понимаю, Афониджи у нас направляется в Юл. Почему бы нет? Откат скиллов относительно небольшой. Тут парочка скримов пейнов за счет Юла можно дать. Ну и самого себя подсейвить. И где-то кого-то из файта выключить. В принципе, таких кастов нет, которые прерывать стоило бы нет. Это вот у команды Hellraisers есть Enigma, которого надо контрить. Я думаю, юлы у кого-то где-то должны появляться. Ну, скорее всего, Зевс будет у нас за это отвечать. Сдалека в Black Hole давать юл, чтобы полетал немножко у нас горец. Гаддем на лоу хп. Зевс, ульт. Ну, Гадем уже отпивается. Джаггер допиливает топ лейн. И барак падает у нас для Андершока. По золоту первое место. 5200 он идиот. А Афониджи на втором месте. 4600, ну и 4500 у Дреда. Дреду уже армлет должен лететь. Угу, так и есть. В курьере у нас омлет. У Гадема урна собрана. Вот так вот. На 12 минуте висп у нас серьезный вообще керри персонаж. У Дреда тут какой-то несчастный армлет и пауэр трэдс. А у виспа уже есть ботл, уже есть транквилы, мэджик стик, ого-го. И, конечно же, урн оф шадоус. Пашу цепляют. Стан на 3 секунды. Паша умирает. И сразу 4 ТП на нижний лайн. Тут уже попробуют догони этого виспа, точнее, догони этого Дреда. У Дреда фантазм уже имеется, есть армлет, поэтому живучий будет до ужаса у нас ЦК в файте. Урна прилетает к Гадему. И, кстати, самый, наверное, удачный вариант, чтобы где-то подстилить какие-то ассисты и урну пополнить таким образом. Ну ладно, будет ли ловить Дред? Ну там понятно, что за ним целое стадо. Правда, это стадо из саппортов. Тут 3 в 3, я думаю, все-таки по шансам Hellraisers'ам подраться. У Леона, правда, есть ульт, а вот Дазл у нас до сих пор 5 левела. Грейв 2. Грейва по откату, конечно, не хватит. А файт этот 100%. Ну что, и просто отдают Ашеры свой тауэр внизу. Почему? Сместились на мид, ну раз сместились на мид, идите забирайте на мидлейне тавер. Отдают, не дефают, почему вообще, непонятно. Неужели не легче было Афониджи прийти на нижний лайн, разварить эту триплу вообще к чертовой бабушке? Нет, выходят на мидлейн, решили разменяться. Ну не знаю, равноценный ли вообще размен.
Мидлейн в любом случае сносится в какой-то из моментов. Без состоящим Т1 на мидлейне, только я не знаю. Ребята играют с одной рукой. Чтобы ашеры не снесли у нас мидлейн, не поверю в это в жизни. А вот подраться где-то на нижнем лайне, Афонин же цепляет у нас Андершока. Ну, тут совсем немножко ХП снесли, Джаггер через Блейд Фьюри уходит. В Блейд Фьюри ловить нечем. Никаких тебе здесь бристлбеков. Ну, разве что Энигма может ловить, но тратить в одного Джаггернаута Блэк Холл, я думаю, не самое лучшее решение. Бристлбек сейчас поопаснее, чем Джаггернаут. Кстати, Бристл у нас 9-го, хотя, да, может и Джаггер посерьезнее будет. Здесь 122 дэмэджа и большой атак спид. Ну а здесь та же история, да, в принципе, где-то равный. Не считая, конечно, ульты Джаггернаута. Фиссуру поставили. No one. Под Scream of Pain. Вроде немножко подразвалился. И опять же, сразу под хил от Дазла. Ничего ты, собственно, не сделаешь с командой Вега. Там под хил крутой. Дазл нон-стоп свою команду хилит. Есть ли арканы у кого-нибудь? Арканов не вижу. Фицуру поставили у нас в Андершока и Midnight Pulse под ноги. Пока что так. Относительно пассивно отбивается команда Hellraisers. Кто там ветра уже кого гоняет? Квапа. Для Афониджа уже есть Юл. И Афониджа будет стараться заденайт Тауэр. Наорал, кстати, на No One, на Low HP у нас Джаггернаут, и Бристлбек добивает Тауэр. Да ловите, какой Блэк Холл от Горца. Блэк Холл года. Великолепный Блэк Холл. Цепляет 1, 2, 3, 4. Никого не цепляет. Вообще никого Энигма не подцепил Блэк Холлом. Я уже молчу о Биднайт Пульсе. Но там, конечно, да, зафейлил Горец. Я думаю, он прекрасно это понимает. Скупая мужская слеза. Щеку оросила бедняги. Ну, пойдут хотя бы на мид. В это время на Рошана выходит команда Вега. Вега Сквадрон, опять же, в лице одного Джаггернаута забирает Рошана. В это время вниз отправляется Паша. И Бристлбек тоже во вражеском лесу. Еще и под смоком у нас Сёма The Slayer. Афониджи, а вместе с ним Шейкер и Горец на топ-лейне. Как-то команда Hellraisers в некую пассивную доту играет, но у них есть вариант на позднюю игру. Тут ЦК в лейте должен разваливать, я думаю, всех и вся. Наиболее страшная вещь для него — это ульта Джаггернаута. Точнее, наиболее страшная вещь в составе команды Вега. Это ульта Джаггернаута, как мне кажется. И ЦК, в принципе, вообще вертел эту ульту на всем, что знает. У Дреда 85 крипов за 17 минут. Показатель... Ну, мягко говоря, плохой. Дред на третьем месте по фарму отстает от Андершока и отстает также от Бристлбека. Джаггера отгоняют. Вгрызался потихонечку у нас в Шейкера, ну и Горец. Через Midnight Pulse отправил у нас, в принципе, Джаггера подальше. Ну, а здесь решил остаться почему-то Шейкер, и ПСМ отъезжает у нас в таверну. 7-5 счет. 18 минут сыграли. Давайте посмотрим графики. 2000 с копейками Hellraisers. По экспириенсу 3 с копейками тоже Hellraisers. Тауэр на топе они уже давным-давно снесли, поэтому надо либо отпушить Т2, либо переносить... Да, куда, в принципе, отправляться? На всех лайнах Т1 спушены. Тут либо отходить назад и фармить дальше, ждать удачного файта, либо же пушить дальше. Ну ладно, пока быкует у нас, кстати, в ЦК. Фантаст пошел от Дреда. Дред готов, я думаю, с Андершоком разговаривать. Ой, Дред, как же сильно сыпется. Пока крутился у нас Андершок. Пока старался его зафокусить Дред. Здесь No One наплевал невероятным образом. 4 спрея плюс спреи, которые отлетают у нас от Бристлбека. Все-таки Фантазм со всех сторон лупит Бриста. И где-то по спине, по бокам проходит. Ну и вот, собственно, шипы и брызгают на Дреда. Пока что Дред с двумя моим героями не способен сражаться.
ПСМ, по-моему, приехал. Зажимает его Джаггер, зажимает его No One. Ну и для Брюста первый килл. Даже удивительно как-то. 19 минут почти закончилось. No One. Мидлейн Бристлбэк только-только сделал первый фраг. Один ассист у него есть, но и одно убийство. Паша в собственном лесу занимается девардингом. No One на Бристлбэке. Уже приобретенный One Guard. Есть Сенш. 1500 на руках у нас у Бристлбека. У Леона 414 на руках. Очень далеко до Даггера. У Горца Даггер имеется. Есть Мека. Но последний Black Hole от Горца, я думаю, войдет в историю фейлдота. Это, конечно, печальное зрелище было. Ну, понятно, что не систематически это будет, поэтому... Поэтому забудем, в принципе, о плохом. Будем ждать качественных и эффектных. Не знаю, сколько эффективных, но эффектных блэкхолов. Если у кого-то будет дэмэдж, если квапа будет недалеко, и если весь прокаст войдет у нас в блэкхол, конечно, я думаю, и эффективных в том числе. Сёма, точнее, Андершок у нас пошел Годдема разваливать. Блейд Фьюри проюзали. Ну что, Годдем еле-еле выживает. Ульты пока что нет у нас у Джаггернаута, маны не хватало. Ну и все, Дреда на релокейте у нас не забирают. Джаггер стоит и просто выпиливает у нас Джаггера. Сёма за Слеер выживает, Джаггер тоже выживает, ну и еще килл для Джаггернаута. Ну это полный провал, а Фонин же в это время у нас забирает, кстати, Зевса. Бристлбэк тоже у нас в блэкхоле покатался. Будут гнать No One. Два всего лишь спрея, ну очень просто решил вопрос у нас. А Фонин же скрим, Sonic Wave у нас в лицо Бристлбеку, тот еще пытался развернуться. Как-то, я так понимаю, заевейдить что-нибудь, заевейдил. А Фонин же 4-0-1, тащит всю команду. По золоту Хэйры, 2 с копейками. Так, кстати, где у нас Висп? Висп-то где умирает? Висп у нас от Джаггера огребает здесь очень серьезно. Афонин же прилетает сюда, готовится раскаст. Пошел раскаст, но Андершока должны забирать. Дред бежит, Дред несется, но здесь еще и Квапа в соло заберет его. Фантазм для ЦК. Будут ждать ульту? Нет, не будут ждать ульту. На 4 секунды стан, Фисура сюда же. Грейв пошел у нас сюда, Андершока, надо перед смертью разультиться. Ну, Фантазм, пошла ульта. Сёма за Слеера сюда притягивает Дред. Джаггернаут умирает. Умирает здесь Леон. Ну и Пашу тоже должны развалить. Да, Пашу разваливают. Даблкил для Дреда. 3 в 1 пока подрались. 4 в 1. Триплкил от Дреда. Дред пошел наваливать No One. Реалити риф через секунду. Дред отменяет погоню. В принципе, спреев было на всех много. Там кто-то бы домог от Бриста развалиться. 13-10. Хэры в этом файте должны были... Ну, так и есть, 2500 по золоту зарабатывают и по экспириенсу 3400. Дофигища, даже 3500. Ну, на 22-й минуте на 3500 экспы драться, по-моему, неплохой показатель. Джаггер в инвиз. Побежал за Дредом, скорее всего. Будут пытаться разобрать. Фантазма у Дреда нет. Ну и, кстати, как же сильно Дред у нас горит-то без подсейва. Релокейт уже Годдем проюзал. Увозит отсюда Джаггера. Ну, здесь сразу 5 игроков будет ждать у нас Дреда. Как не повезло, а? Как же не повезло с виспом Дреду. С саппортом. Ну, я шучу, конечно. Годдем отправляется за свой фейл. Ну и отъезжает здесь от огромного количества игроков команды Вега. Нет, выхиливают. Ульту будет ли юзать Зевс? Провязал ульту, живой здесь Годдем. И уходит отсюда Энигма. Через Меку Годдема спасли. Там фейл дичайший. Прокликать так, чтобы не под фонтан влететь, а влететь куда-то в елки. Непонятно, как оттуда выезжать, вообще выбираться. Я так и не понял, кто там чем что проел. Полторы тысячи на руках у ПСМа. Готовится выйти в Даггер. У ЦК уже есть БКБ, еще не юзанный БКБ для Дреда, ну и 1500 сверху.
у Queen of Pain. Йул, Аганим и 1500 сверху, а Фониджи на первом месте по фарму. 11400 у нас у Афониджи, даже 500 после этой пачки крипов. На втором месте с десяткой Бристлбэк. Ну и на третьем тоже с 10 тысячами Джаггернаут у нас, на котором играет Авторшок. Джаггер пошел в Shadow Blade. Вот так вот. Гадема 650. Point Booster приобретает себе Висп. А ну-ка, куда это? В Bloodstone, как я понимаю, для Гадема. Энигма 1040 на руках у Горца. Есть уже... Огр Клаб. Врывается в него Джаггернаут. Ну и что, Горец отъехал, скорее всего. Меку провязал, но это бесполезно. Тут даже тэп-аут толком не сделаешь. Короче говоря, неприятно Энигме. Ну не надо Энигме в соло ходить. Все очень просто. Ну что, у нас драка на мидлейне. Пошла ульта у нас от Клопы. Минус 2 уже сделали игроки команды Hellraisers. Дальше гонит у нас Дазла. Дазла отъезжает. Ну и что, и Ноуана должны забирать. 3 секунды стан. В лицо Дред. Пару ударов. Шейкер забирает этот фраг. Ну, команда Вега, по-моему, посыпалась. А Фонинджи уже 1500, 1600 даже после Ultimate Orb. Только-только посмотрели. 2000 где-то Квапана собирала за, я не знаю, за 1.5 минуты. Что-то у Фонинджи с фармом чудеса какие-то творятся. 13 тысяч уже для Фонинджи имеется. И нон-стоп фармит. Гадем на Роху. Релокейта не будет достаточно долго. Гадем у нас притянется к Дреду, как я понимаю. Нет. Гадем просто от Рошана огребает. Бедняга Гадем. Все, полетел у нас к Афониджи. Ну и что? Инвиз есть. Кстати, Инвиз-то. Инвиз-то бесполезен, потому что здесь стоит у нас Сентри Вард. Ну и Горец, будет ли Блэк Холл? Еще один великолепный Блэк Холл от Горца. Великолепный Блэк Холл. В Википедии по доте напротив слова Black Hole будет фотография Горца. Напротив слова идеальный. А Фониджи, ладно, делает там годлайк пока что. 20 на 13. Что ж так не прет-то, Энигме? Горец просто у нас парад фейлов организовал в единственном лице. Ну что, и умирает, кстати, Дред за оплошность Горца, как по мне. Ну и Гадем выживет ли? Да, на тизере перелетает у нас Горцу и должен отсюда уходить. Хотя никому ничего не должен, но One бежит за ним. У No One 450 мувспид, у Гаддема здесь 355. Горец тоже огребет. Тэп-аут делает Горец, Гаддему тоже бы делать тэп-аут. Гаддем постарается еще как-то к крипам притянуться. Получится, не получится, это другой совсем вопрос. Я думаю, Гаддем приехал. Оставили в покое Виспа, почему? Возможно, испугался у нас Брист, кстати, что будет попытка забайтить на Виспа, ну и... Кто знает, что вообще там ждало игроков команды Vega Squadron. 20-14 по золоту Хэра. 7,5 по экспириенсу 10 тысяч в их пользу. Да, Горец, конечно, удивляет. Там Black Hole на Black Hole, Black Hole'ом погоняет. Какой-то эпичнейший фейл. Причем фейл за фейлом. Там один единственный фраг, или даже дабл-дабл фрагов делали у нас, когда на топе забирали Бристлбека и кого-то еще, кажется, Зевса. Нормальный Black Hole, который попадал хоть куда-то. А так, в принципе, Black Hole, конечно, один лучше другого. Сначала в крипов, потом в пустоту. Следующий, я думаю, где-то в лесу будет в елке. Это просто, чтобы тенденцию продлить. А так, конечно, не нужно. Все-таки 28 минут, уже как-то надо посерьезнее отнестись к своему делу. Понятно, что Энигма именно для блэкхолов у нас и берется. В любой из игр. У Дреда 6-4-8. У Квапы, на которой играет Афониджи, по-моему, лучше, когда в игре. Да, так и есть 9-1-7 у Афониджи. На втором месте Дред 6-4-8.
4-2 у Ноуана. У Джаггера 4 на 4, 4 на 6 у Паши. Ну, дальше пошли отрицательные КДА у нас, не считая Гадема. У него 3-2-9. Энигма отправляется на собственный хайграунд. По Миднайт Пульсу сразу два игрока топают. Половину ХП должны сбивать. Очень быстро рассыпаются идолоны. И пошли наваливать по тавру. Все, стоит Хилинг Вард. Миднайт Пульс, не Миднайт Пульс. Фиолетово команде Вега Сквадрон. У Бристлбека есть дабл дэмэдж. Руки уже тут 350. Ну и все. Квапа ультанула. Хотя Шейкер ультит, кстати. И пока еще живет у нас Джаггернаут. Хилинг Вард разломали. Квапа на лоу ХП. Пошла ульта от Джаггернаута. Джаггер вместе с Зевсом двоих разбирают. Забирают у нас Квапу, забирают у нас Энигму. Оба игрока сразу же выкупаются. У Шейкера денег на байбек не имеется. И все, Вега отходят. Малифейс в Ноуана. И что Ноуан? Дерись теперь. Хотя Горец, скорее всего, здесь погибает. Да, печальная тенденция для команды HellRaisers. Забрали сторону. Все, донесли бараки. Умирает здесь Джаггернаут. Встает, и Афониджи будет гнать у нас Джаггера. Готов Андершок подраться. Разворачивается, и теперь Афониджи вынужден бежать. Афониджи дальше погоня за Джаггернаутом. Ульты нет, об этом знают. Потому что ульта отправила у нас в таверну. Ту самую Квапу и Энигму. Висп очень сильно у нас сыпется. Это все в лесу команды Вега Сквадрон. Почему-то оказался он на вражеском... Секрет Шопе в это время Дред был внизу. У Дреда уже имеется Ривер. И очень скоро должна появиться Тараска. Ну, в принципе, по фарму, конечно, Дред не лучший показатель демонстрирует. 13900. Общая стоимость Дреда и 15000 ноуан на Бристлбеке. А Дреду, кстати, драться потом против Бристлбека в лейте. Это, конечно, не по шансам для Бриста, но, опять же, все зависит от фарма. Если Брист перефармит у нас Дреда, то... Там, гляди, до лейты и дойти можно, можно и не дойти. Шейкера 1000 по золоту. Пока что не грейженный вообще тапок. У Дреда имеется Ривер, имеется БКБ и прилетает Тараска. У Дреда, кстати, по ХП это все в порядке. 2800. Это с выключенным армлетом. Со включенным там 3200-3400, где-то так. У Квапы появляется Хекс. То, о чем я говорил. После 30 минуты у Афониджи должен был появиться Хекс. Вот вам, пожалуйста. Квапа, конечно, хорошо себя чувствует по фрагам. 9-2-7. Отсюда, собственно, и такая роскошь, как Хексы. 20-19. По золоту Хэры. 2500. По экспириенсу 0. Полный 0. Даже чуть-чуть в пользу команды Вега Сквадрон. С 12 тысяч спад. Так, кого там так сильно дамажит и где? Блэк Холл у нас от Горца. Ноуана зацепили. Ульта пошла от Зевса. Бристл сразу же выкупается. Здесь Дазла разберут. Эхо слэм у нас пошел от Шейкера. Ну и Шейкер разваливается в омни-слэше. Здесь Андершок, конечно, дико лупит. Хотя Дреду, в принципе, плевать. Дред-то фуловый. Дред фуловый, в принципе. Дреду пофиг. Дред Бристлбека поймал нас. Ну и просто как глухонемого вообще разбирают Бриста. Да, Дред делов натворил. Ультракилл в этом файте. Блэк Холл проюзан наконец-то. Вменяемый не в крипов, не в пустоту, не в деревья, не в курьеров, не в Рошана, не в Айсфрога, не знаю, не в Гейба Ньюэлла. Конкретно на карте по тем, по ком нужен был Блэк Холл. На релокейте Висп у нас улетает подхилить Афониджи, ну и... Ну что, и хорошо воспряли духом Хэйр это. 25-21. По золоту в этом файте 1004, наверное, подняли. Так и есть. С... 1500 до пятерки подняли свое преимущество и по экспириенсу от 0 к 4. Горец. У Горца, кстати, что-то до БКБ все дальше и дальше. Время идет, а у Горца БКБ как не появлялся, так и не появляется. Дамтоп Плейн, кстати, расковыряли команде Вега Сквадрон. Это, в общем-то, на релокете, я так понимаю, Висп занимался этим с Дредом.
Цепляет у нас еще, кстати, и Дазла. Ну, все, команда Vega Squadron просто поплыла. Тут уже без вариантов. Дред может оставить в покое Дазла. И надо бежать дальше за Семой. Сем развалили. Шейкер. Нет, не дает Дред даже Шейкеру застилить. Здесь нифига вообще. Ну, все, внешний тауэр остался один. Одна линия снесена. Команда Хейер, я думаю, должна заканчивать эту игру. До Блэк Холла Энигмы. Еще 60 секунд. Но здесь и без Блэк Холла можно драться. Все-таки 5 против 2. Почему бы не драться? Релокейт у Веспа есть. Если что, можно куда угодно влететь. Там, кстати, и мидлейн еще подковыряли. Но тут немножко я протупил. Данный момент пропустил. В итоге Дред что? На одинокого или с Гаддемом? Я так понимаю, он занимался этим, потому что больше-то некому. Вряд ли у нас Шейкер пошел бы разваливать бараки в соло. Все, команда Vega Squadron сыпется невероятным образом. Яшер, я так понимаю, готовы заканчивать эту игру. Паша у нас разваливается. Зевс не реализован вообще. 6-8-8. Показатель жутчайший. За 34 минуты в итоге по артефактам ничего полезного в вопросах дэмэджа. Тут дагер какой-то, Юл. Хрень вообще собачья. No one. 4 секунды стана. Даже по спине бьет его Дред. В лицо говорит, не хочу даже смотреть тебя. Развалили у нас, кстати, Веспа. Гаддем отъезжает в таверну. 15 секунд у него. Неужели Бладстон? Да, уже готовый Бладстон у нас был у Веспа. No one. Опять цепляют его. У Дреда через реалити рифт, кстати, Дред на Дазла. No one закрывают. Блэк Холл по двоим. И нифига вообще не может сделать. У нас Дазл только хилить. Эхо слэм от Шейкера. Сразу же Sonic Wave от Квапы. Полетел у нас Джаггернаут. Полетел у нас Джаггернаут в таверну. Минус 5. Team Wipe со стороны команды Hellraisers. Потеряли только Энигму, но зато выиграли эту катку. Квапа приобретает в финале Dagger. Крутится в юлах, летает с даггеров. Квапа эту игру забожила. А Фониджи действительно, сейчас посмотрим по количеству киллов и смертей. Мидгейм полностью был за Фониджи. В лейте, конечно, выформил там у нас Дред. Но мидгейм 100% за Квапой. Квапа 13-2-12. Если бы не ее стат в середине игры, я думаю, у Дреда не были бы такие показатели. Дред там, конечно, печальненький был в середине игры. Ну, кто-то говорил, что время Дреда прошло. Вопрос о керри, возможно, и не прошло. Веги отомстили, лицо подоторвали. Что, вторая катка за командой Hellraisers по одному поинту. Это Dota Pit, напомню. 1-1 становится счет. По одному поинту зарабатывают команды. Пока что у нас небольшая пауза, и следующий матч, куда мы ворвемся, это Vega против Cloud9. Сейчас у Веги небольшая пауза, и ворвемся вот-вот. Вообще у нас по графику это 17 сет, 18 по Киеву, 18 по МСК. Все, 20 минут, небольшой перерыв, смотрим графику, слушаем музыку, пишем в чат, добавляемся в ВКонтакте. Нажимаем подписаться на группе, ну и, конечно же, жмем follow на Твиче. Ну и группа YouTube, там все, в принципе, имеется. Все вводы всех прошедших игр, если вдруг интересно. Пока что не переключайтесь, очень-очень скоро услышимся.